Всем привет! Вы смотрите канал Ананас Ленд. Только самые актуальные новости из мира шоу-бизнеса. Певица Ольга Кормухина подозревает Филиппа Киркорова в намерении покинуть Россию. Недавно артист с размахом отметил в Кремлевском дворце свой 55-летний юбилей. Во время праздника артист также сообщил о сокращении своей команды. После этого в светской тусовке пошли слухи о намерении певца покинуть страну. Если верить слухам из тусовки, процесс пошел. Филя уволил большую часть своей команды. Поговаривают, что летит в Израиль, поделилась Кормухина. Сам Киркоров не стал отвечать на критику в свой адрес. Артист недавно подвергся жесткой критике за свой номер с крестом. За подобное поведение музыканта раскритиковали многие коллеги, поклонники и даже представители Русской Православной Церкви. С вами был канал Ананас Ленд. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и пишите комментарии. Нам важно ваше мнение. Ананас Ленд – ананасовое настроение.